Шалом, возлюбленные. Как у вас дела? Мы продолжаем молиться за всех вас, чтобы вы приняли мир и обильные благословения Господа. Возлюбленные, давайте выразим нашу благодарность Господу Иисусу через хвалу и поклонение. Призывая вас, давайте петь вместе, давайте поклоняться Ему. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Ayo angkat tangan, dua tangan saudara. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kami sedang melihat gandengan tangan mau saudara. Yang mau bilang amin. Coba gandeng tangan kanan kiri saudara buat barisan yang rapi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Ayo saudara sendiri yang keras. Yang keras, come on. Tuhan memberi. Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил для вас сегодня пастор Ника Ньюхарахардио. Пусть Слово Божие, которое мы примем, направит нас и даст нам мир. Отец, мы собрались на ежемесячную молитву наших служителей. Ты находишься на этом месте, о Господь. Мы можем молиться, славиться и поклоняться Тебе. И ты будешь говорить к нам. Говори, Отец, мы готовы слушать, используя уста своего слуги, чтобы донести то, что у тебя на сердце. Отец, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе за все. Во имя Господа Иисуса Христа мы молимся тебе. Аминь. Давайте поаплодируем Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Присаживайтесь, пожалуйста.
Когда ученики спросили Иисуса, какие знамения твоего второго пришествия, один из ответов Иисуса записан в Евангелии от Матфея, 24 главе, 14 стихе. Давайте прочтем это место вместе. Итак, тут сказано, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Это ответ Иисуса. То есть Иисус вернется после того, как Евангелие будет проповедано по всему миру во свидетельство всем народам. Скажите аминь на это. Иисус обязательно вернется, поэтому Иисус поручил своим ученикам то, что известно как великое поручение. В Библии есть два описания этого понятия. В Евангелии от Матфея 28 главе с 18 по 20 стих и в Евангелии от Марка 16 главе с 15 по 18 стих. Давайте прочтем это вместе. Вначале прочтем Матфея 28 главу. Раз, два, три. Поехали. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами, во все дни до скончания века. Аминь». Далее мы будем читать с вами второе место Писания, Евангелие от Марка, 16 глава, с 15 стиха. «И сказал им, идите по всему миру, и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Помню, как Томми Смит дал мне данные от Барна Ресерч о том, сколько людей услышали и понимают, что такое великое поручение Иисуса Христа. Я прочел эти данные, и оказалось, что больше половины людей, которые регулярно посещают церковь в Америке, никогда не слышали о великом поручении. 51% никогда не слышал об этом. 7% не уверены, слышали они об этом или нет. 25% говорят, что слышали, но не знают, что это означает. Далее, 17% говорят, что слышали и понимают, что это значит. То есть, согласно статистике, только 17% знают о великом поручении. Чья это ошибка? Друзья, чья это ошибка? Я проводил тот же опрос здесь, и результаты похожи. Это меня отрезвило. Да, все мы слышали о проповеди Евангелия. И все знают о проповеди Евангелия. Но интересно, почему Барн Ресерч провел этот опрос? Почему они решили? А вдруг выяснится, а сколько людей слышали о великом поручении? Это было нелегко выяснить, не так ли? А почему? Да потому что это очень важно. Если бы мы только знали о проповеди Евангелия. Нужно проповедовать Евангелие. Да, нужно. Цель великого поручения ясна. Идите и научите все народы. Это крайне важно. И тогда мы должны проповедовать Евангелие. Но мы должны знать цель этого. Сделать из людей учеников Иисуса Христа. Господь сказал мне передать Его Слово людям, особенно тем, кто сидит здесь. Послушайте, Он сказал, «Мои слуги, которые не говорят о великом поручении, будут отвечать передо Мною». Когда Господь сказал мне это,
Я был в шоке. О, Господи! Да, посмотрите на эти данные. Что приходит вам в голову, когда вы смотрите на эти данные? Не знаете? Мы, христиане, хотим, чтобы другие люди стали христианами, познали Иисуса. Ведь так? Но какова цель всего этого? Какими мы должны сделать людей, прежде всего, учениками? Учениками Господа Иисуса Христа. Дорогие мои друзья, Бог показал мне удивительные вещи, а именно два документа о проповеди Евангелия из двух основных ответвлений церкви, католической и протестантской. Скажите, мы должны стать учениками Иисуса Христа. Итак, это документы о проповеди Евангелия. О евангелизме. Это удивительно. Первый документ из католической церкви. Он называется «Евангелие Гаудиум», «Радость Евангелия». Апостольское наставление Папы Римского Франциска от 24 ноября 2013 года. Это документ о евангелизации, о христианском свидетельстве в разнообразии мировых религий. В прошлом году я увидел еще кое-что удивительное. 29 мая и вплоть до 31 мая 2018 года в Брастаге, это Северная Суматра, в Индонезии проходила конференция о проповеди Евангелия в контексте многообразия религий в Индонезии. Ее тема была «Хождение в духе». Удивительно. Там говорилось о том, что все христиане, включая католиков, призваны меняться и делать учеников. И также я вспомнил тему Церкви Божией. Как финишировать в духе и силе Пятидесятницы. Слово «финишировать» говорит о завершении великого поручения в духе и силе Пятидесятницы. Когда я встретился с пастором Тимом Хиллом, я спросил его, какой Пятидесятнице? Я сказал, что думаю, что речь идет о Третьей Пятидесятнице. Аминь, друзья, я так думал. Аминь. Аминь. Поаплодируйте нашему Господу. Прославьте нашего Господа. Господь внезапно открыл мне все эти вещи. Что это значит? Мне сказано говорить церкви о том, что церковь должна подняться и закончить великое поручение Иисуса Христа. И сейчас самое время для всего этого. А вы слышали эту песню? Дайте мне, пожалуйста, ноту соль. Мне нужна нота немного повыше. Давайте начинаем петь. Дорогие мои, продолжайте провозглашать великое поручение Иисуса Христа. Если нужно, то запишите его, напишите в церкви или напишите стих из Писания и просите людей читать его снова и снова.
Люди должны читать его всякий раз, когда приходят в церковь. Акцентируйте внимание на том, что нужно быть учениками Иисуса. Это важно. Итак, Иисус дал нам великое поручение, но мы не можем выполнить его своими силами. Бог должен дать нам силы для этого. Перед тем, как Иисус поднялся на небо, его последние слова ученикам записаны в Деяниях 1 главе, 8 стихе. Давайте прочитаем это место вместе. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Скажите аминь. Нам нужна сила, Дух Святой. Нам нужна сила, а это и есть Дух Святой». Итак, после этих слов Иисус вознесся на небо. Его ученики стояли в изумлении, наблюдая за тем, как Он становится все меньше и меньше. Затем Он скрылся за облаками и пропал из виду. Они продолжали смотреть в небо, но вдруг к ним подошли двое мужчин в белом и сказали: «Мужик Галилейский, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Я считаю, если те, кто наблюдали за вознесением Иисуса, были его учениками, тогда и те, кто увидит возвращение Иисуса на землю, тоже будут его учениками. Это замечательно, дорогие мои. Мы знаем, что возвращение Иисуса будет состоять из двух этапов. Во-первых, мы поднимемся в облака и встретимся там с Иисусом. Скажите «Аминь». Затем мы отправимся в дом Отца. Затем Иисус придет на землю со своими святыми и тогда уже ступит на землю. Так начнется его тысячелетнее царство. Когда я говорю о втором пришествии Иисуса, я говорю о том, как Иисус придет на облаках. Речь о вознесении церкви. Я искренне верю, что вознесутся только ученики Иисуса Христа. Скажите аминь на это. Поэтому Иисус делает акцент на том, что мы должны стать его учениками. А кто же такие ученики Иисуса? Давайте прочитаем, что сказано в первом послании Иоанна, 2 главе, 6 стихе. Прежде всего, это вы. Итак, давайте читать. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. А на это, кажется, сложно сказать «Аминь». Но это нормально. Скажите «Аминь». Я слышу ваше «Аминь», и оно мне нравится. Итак, я спрашиваю еще раз, кто же ученик Иисуса Христа? А вы отвечаете на это «Я». И это замечательно. Давайте попробуем еще раз. Кто? Великолепно. Писание говорит, что тогда вы должны жить так, как жил Иисус. Скажите «Аминь». Почему так сложно сказать «Аминь» на этом? А кто из вас считает, что вы живете так, как жил Иисус? Я хочу увидеть ваши руки, пожалуйста. Почему никто не поднимает руки? Если те, кто здесь сидят, не поднимают руки, тогда я думаю, вам здесь не место? Итак, вы живете так, как жил Иисус. Да или нет? Еще нет, похоже. А вы хотя бы пытаетесь так жить? Кто ходит так, как ходил Иисус? Прославляете нашего Господа. Громче. Еще раз давайте. Аллилуйя. Аллилуйя. Те, кто живут так, как жил Иисус, обязательно будут преображаться в образ Христа. Поэтому, дорогие мои, наша цель, как христиан, изменяться в образ Христа. Вот кто такой ученик Иисуса. И это очень важно. Очень важно.
В сердце я чувствую сильное желание говорить об этом. Быть христианином — это не только молиться. Ходить в церковь, давать десятину. Какая наша основная цель? Что вы должны сделать, дабы вознестись со всей церкви? Ответьте мне, что должны сделать? Не теряйтесь из-за лжеучений, которых так много в наши дни. Мы все должны спасать людей, чтобы они все вознеслись, все вместе с Церковью Христа. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mau. Поднимите руки. Я хочу отправить вас домой с благословением Божиим. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами с этого дня до того момента, как вы встретитесь с Иисусом в облаках и дальше. Если вы верите в это, то скажите, пожалуйста, на это «Аминь». Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, hidupku. Kuasamu terlebih besar. Saudara yang percaya, mari angkat suaramu. Tuhan sanggup memulihkan kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari pemirsa di rumah dan umat Tuhan sendiri, katakan dengan percaya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih. Sebab firman-Nya berkata, asal kamu percaya, kuasanya lebih besar dari sakit penyakit kita. Mari alami malam ini. Pulihkan hidupku. Janjimu ya Tuhan, menolong.
Sambil mengangkat tangan bersama-sama, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Taruh tangan kanan kita di dada kita dan katakan, pulihkan hidupku. Saudara yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sementara saudara menyembah, kuasanya memulihkan kita. Аллилуйя! Мы с вами славили, поклонялись и вместе слушали Слово Божие в знак нашей благодарности за спасение, которое мы приняли от Иисуса Христа. Давайте жить святой и угодной Богу жизнью. Это будет радовать сердце нашего Бога. Kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Haleluya. Nyanyi bersorak. Nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorai, lebih lagi.